Добрый день всем! Вас приветствует меховое ателье. И у нас в работе кожаная куртка. Наша задача ее покрасить, так как цвет при носке изменился. Как видите, когда смотришь ближе, явно видно, что цвет не черный, а такой зеленоватый. Края все подвытерлись. Это ярче заметно по рукаву. Как видите, рукав весь вот в потертостях. Все это светлое. Так, сейчас наведем резкость. Здесь порванные два участка у нас. Потертые. Ну и доверху, как видите, тоже мы видим ту же тенденцию. То же самое со вторым рукавом. Вид сзади. Ну а теперь смотрите готовый результат. И готовый результат нашей работы. Как видите, наша покраска совершенно другой цвет, все перекрылось. Конечно, очень много краски ушло на такую кожу, так как она рыхлая, очень много впитывала. Но тем не менее смотрится теперь отлично, как новенькая. Вид сбоку. Здесь у нас был разрыв. Сейчас я наведу резкость. И вид сзади. Кому нравится наша работа, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!